Друзья, я хочу сейчас показать, как мы собираем, разбираем опалубку. Это новая наша опалубка, она без дна. Ее можно многократно собирать, разбирать в процессе рабочего дня, да? Вот сейчас мы хотим это показать. Тамам? Пошла. Пошла их. Что мы тут хотим показать? Мы предлагаем к одной стальной форме три пластиковых вкладыша, которые могут быть в течение дня залиты, используя только одну стальную форму. Почему так можно? Через 4 часа изделие набирает ту прочность, которая позволяет нам эту стальную форму вытащить. То есть снять ее и переставить на... окружить другой вкладыш. И произвести еще одну формовку, заливку, да? Вот. То есть, используя одну стальную и три пластиковых, мы получаем как бы тройной эффект. Три раза отливаем, да? Тамам эндебере. Видите? Всего прошла минута, они ее разобрали и собрали, да? Вот теперь прошло 4 часа, мы с той формы снимаем, ставим в новый вкладыш и заливаем еще раз. И так получается, в смену мы можем залить трижды. Тройной эффект, да, получаем? А форма классическая, обычная, размеры наши, высота 600. Те же самые вкладыши. Вкладыши мы не меняем, не трогаем, они такие же. Абсолютно никакой переделки во вкладышах нет. Просто она у нас получилась такой, что без вреда для изделия можно ее разобрать и собрать вновь. Вот что мы получили. Тройной эффект, да? Ага, тамам. Вот готов еще один. Вот засекаем. 34 секунды. Пошли дальше. Видите, люди работают так, без особой паники, да? Не спеша, нормально работают. В принципе, 4 рабочих способны проделать это, ну, раз 50 в день, так легко, да? И 100 раз в день проделывают. За час, 10 раз за час собрать, разобрать, это нечего делать, да? Легко. Крепятся они на винтах, винты опалубочные, нормальные, испытанные, проверенные временем винты, вот они какие, да? Тамам, дбрихерента, еще раз, видите, прошло 48-50 секунд, это что, мы за минуту это сделали, да? Минуту, чуть больше минуты мы разобрали ее, собрали. Вот разборка и сборка занимает чуть больше минуты, да? Поэтому 10 раз в час это сделать, 4 рабочих будут делать не уставая, да? Абсолютно, без напряга. Это значит, если 8-часовой рабочий день, 80-100 форм за смену. Если ваш цех позволяет отливать 100 форм, они их отольют спокойно. Без гонки, да? Видите, с этой стороны то же самое. Чтобы вы не подумали, что это какая-то имитация, да? Вот она. Такие же винты. Два винта с этой стороны. Так, тамам,
еще раз. Уже к пятой опалубке мы переходим, да? К пятой форме. Вот смотрите, проходит, прошло 5 минут 40 секунд, уже прошло, а мы шестой раз уже делаем, да? Это получится как раз 6 минут 6 раз. Это минуту раз, да? Это получается за минуту они могут разобрать, собрать. Интересно, как раз минута получается, вот 6 минут, да, как раз, смотрите. 50 минут. 6 минут. Шесть минут. Шесть минут 20 секунд, считайте, да? Ага. Тамам, тешеклер, тешеклер. А вот это наша модель предыдущая. До этого мы ее делали. Вот это старая форма. Вот. Мы ее... Эту мы немного доработали. Сделали специально ловушки, чтобы... Не целиться сразу, в ловушку сразу вставлять, да, она вот так это выглядит. Она очень жесткая, у нее ребра большие. Видите, какую ширина какая у нее. Вот очень ровная, жесткая форма. Геометрия у нее хорошая. У нее отличная геометрия, ровная. И легкая, она не тяжелая, кстати. Спасибо за внимание.